Всем привет, ребятки. Захотелось мне открыть новые танки. Ну, давайте снимем такой ролик. Открываем сундуки. Но приходится на ломанные, конечно, игрушки играть. Ну, давайте попробуем, ладно. Легендарный сундук сейчас откроем. Посмотрим, что мы здесь откроем. Новый танк мы открыли. Давайте посмотрим. Это танк Джокер. Хорошо. Ага. Так, подождите, давайте открываем следующий сундучок. Так, смотрите, мы опять какой-то открыли новый танк, давайте посмотрим. Баллиста, ага, новый танк баллиста, хорошо. Давайте открываем следующий танк. Интересно, что там будет. Да, есть обычный танк, смотри, сейчас мы откроем, посмотрим. Титан. Ага. Титан это обычный танк. Хорошо. Открываем следующий. Что, какой же здесь, интересно, будет танк? Давайте, ребята, посмотрим. Так, Феникс. Да, Феникс, ребята, тоже у нас считается обычным танком. Ладно. Давайте откроем новенький танк. Открывается. Смотрим. А, смотри, мне не открыли танка. Что, серьезно? А, нет, вот, смотри, вижу, редкий танк. Катюша, да, Катюша это, кстати, редкий танк. Это интересный танк такой вообще-то. Так, давайте еще открывать сундук. А, эпический танк, ребята, мы открыли эпический танк. Тесла. Открыт новый танк Тесла. Хорошо. Хорошо, давайте откроем какой-нибудь следующий танк. О-о-о, ребята, у нас редкий танк. Сейчас посмотрим. Жнец. Нифига, мы открыли Жнеца. Ребята, это очень прикольненький танк. Я вот так давно хотел. Давайте следующий открываем сундук. Так что тоже, смотри, редкий танк. Редкий танк. Открываем. Атлас. Открыт новый танк. Атлас. Прикольно, прикольно. Надо будет на нем покататься. Так, давайте следующий танк открывать. Смотрим. Эпический танк, ребята. Я не знаю, что там. Давайте смотреть. Арахнид. Мы открыли, ребята, Арахнида. Офигеть. Давайте открывать еще танк. О, смотри. Больше танков нет, да? Давай еще посмотрим раз. Разочек. Кончились танки, ладно. Ладно. Давайте Арахнид улучшим. А, ну я-то его уже открывал. Куплена кобра. Кобра у меня тоже куплена. Так, давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. Так, это у нас комплект элиты. Это неинтересно, у нас это все есть. А, давайте посмотрим, ребятушки, что же у нас тут есть. Какие танки. Так, это у нас все тут открыто. Ага, схватка с боссом мы можем поиграть. Ну, давайте поиграем в схватку с боссом. Почему бы и нет? Возьмем танк Арахнид. Ух ты, Скорпион у нас есть. Ребята, у нас, смотри, есть Скорпион, оказывается. Ага, давайте его прокачаем. Так, уровень. А, все, прокачиваем. Все, максимально мы его прокачали. И давайте, ребятушки, на Скорпионе пойдем повоюем. Смотри, у нас разработчики наконец-таки сделали улучшение. Так, он вот так вот может делать и стрелять. Так, а ну давай пощелкаем. Ого! Нифига, какой мощный! Какой мощный танк! Так, армада. Ладно, сейчас мы подойдем. Пощелкаем его. На, получай. Все. Уничтожили мы.
танк. Так, едет легион. Да, тебе со мной не справиться. Я очень мощный танк. На, получил. Так, следующий едет. Смотри, кнут. Сейчас мы его отщелкаем. На, постреляем сначала в него, а потом... Смотри, нам один раз мы его укололи. Получается, у него с отравлением жало, да? Так, ох-ох-ох-ох-ох-ох, на! Так, гонец ада. Ладно, мы сейчас немножко дальше пройдем. Подождем, вот здесь вот. Опа! Яйцами какими-то стреляет, смотри. Все, уничтожили вертолетчика. Следующий, ребята, бомбардир. Так, давай. Раз, удар, два. Так. Тихо, немножко назад отойдем. Давай, тоже постреляй. Все, постреляли мы. Денежек заработали, куча денег уже. Так, лазерная пасть. Угу. Давай, иди сюда, лазерная пасть. Сейчас я тебя пощелкаю. Раз, два, три, четыре. Четыре удара всего лишь. Так, следующий удар грома у нас. Ребята, давайте сейчас мы его пощелкаем. Так, тихо, немножко отойдем. О, тут здесь нормально. Скорпиончик наш. Следующий, армада. Сейчас, подожди. Мой супер-пупер-танк тебя отщелкает. Смотри, какие... Смотри, как он легко уничтожает танки. Вообще. Так, легион. Ну, легион-то... не страшно, но... На, получай, еще. Все, есть. Смотри, сколько денег у нас. Офигеть, у нас просто огромнейшее количество денег. Так, давай, раз, два, три, четыре, пять. Сейчас я его хочу копьем. А, не успел копьем, потому что он уничтожился. Так, вертолетчик. Сейчас, подожди, на тебе вертолетчик. А ну, вот это срабатывает или нет? Жало. Опа, смотри, куда он улетел, а? На, получай. Так, у меня уже половина жизни. Это мало. Так, бомбардир. Давайте назад отойдем. Ага. Тихо, тихо. Ладно, мы будем по-другому. Мы сейчас станем ехать на выступ. И будем с выступа стрелять. Так, где у нас холмик какой-нибудь? Это холмик есть. Ну давай я сюда встану. Опа, еще один удар. Есть. Нифига себе, вот это вообще классная штука. Так, следующий. Лазерная пасть. Ага. На, получай. Яйцами. Арахнида. О, попадание идет. Очень быстро стрелял. Уничтожили мы лазерную пасть. Следующий у нас удар грома. Так. Едь сюда. Удар грома. Получи. Смотри, как я его хвостом щелкаю. Так, уничтожили. Следующий у нас армада. Армада едет. А, она далеко не проедет. Сейчас мы ее тоже щелкнем. Раз, два, три, четыре. О, смотри. Так вообще прикольно. С двух орудий. У него, считай, два орудия вот этого мощного скорпиона. Смотри. Стреляет, видишь как? Так, подожди, на. Все, готов. Танк сложился. Так, кто это у нас? Кнут? Кнут, кнут. Сейчас, подожди, сейчас мы его щелкнем. Нифига, какой звук по железу кого-то, да, стучит. Они решили, разработчики, немножко мультифицировать
игрушку. Так мультяшный он стал. А, уничтожили нас, ребята. Взорвали танк. Сколько денег заработали, давай посмотрим. Ох, нифига. 1700 монет мы заработали. Первый лейтенант. Спасибо. Легендарный танк Скорпион. Два оружия. Жаль противников. Или стреляй ядом. Вот такой вот, ребятушки, у нас легендарный танк. Легендарный танк. Ну что ж. А мы, ребята... Так, арахнида еще можно повысить. Мощность повысим. Обязательно. Но это уже, ребята, в следующей серии. В следующей серии мы это будем все повышать. Улучшения делать. И играть. Мы проверим здесь все танки. Все-все-все. Начнем с маленького и закончим мощным вот этим танком. Да, ангар, видишь, какой большой. Ну что ж, а ну а вы обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.